Миллион – это много или мало? А все зависит от того, хотите ли вы его заработать или потратить. А разок опозориться – это много или мало? А все зависит от того, когда и где. Приветствую вас, молниеносные удавы! С вами Федорович. А в этом видео мы немного посочувствуем, немного поудивляемся и много посмеемся над женским спортом. Но, конечно же, не со зла, а от переживания. Когда ты дочь Шансунга, то тебе не важно, какой спорт. Забрать душу поверженного врага ты сможешь всегда и везде. Если боксерский матч оказался скучным боем двух буратин, тогда ситуацию могут спасти только рингёши. Плюшевые мишки – это не всегда милые игрушки. Поэтому в следующий раз задумайтесь, если ваша жена уж слишком часто берет мишку с собой в кровать. Женский спорт, конечно, финансируют мало, но чтобы совсем уж лишать мадама в раздевалок, это, конечно, чересчур. Хотя, может, у этой принцессы свой план, как найти жениха. Вавада. Мы запускаем эксклюзивный розыгрыш. 5 автомобилей BMW и множество денежных призов ожидают своих победителей. Не упустите ни одной важной детали. Следите за новостями на нашем сайте и подписывайтесь на наши социальные медиа. От игрока к победителю – Свавада. Девочки и шмотки – это отдельная история. Но так профессионально менять футболки не снимая – это уже уровень Копперфильда. Женская логика, конечно, это нечто необъятное, но одеть парик на спортивную игру – это что-то уж совсем квантофизическое. Гениальность организаторов этой велогонки просто топ. Поставить пельменятора посреди трассы с флажком – отличная идея, особенно учитывая, что девочки отличные водителя. Не бьешь ты, бьют тебя. Оказывается, это правило работает не только в боксе. Натура человека всегда вылезет наружу, особенно когда хотела заниматься танцами, а отдали на этот долбанный волейбол. У всех спортсменов есть хейтеры, но к ним тяжело добраться. А когда хейтеры рядом, то можно на нем и оторваться, даже если это женщина. Когда мужики засматриваются на дам, это понятно. Но когда спортсменка засматривается на мужиков на трибунах, это беда. Прекрасные дамы в силовых видах спорта – это просто вершина красоты и совершенства. Женский футбол – это особый вид искусства. Здесь могут назначить пенальти за игру накачанной попкой. Защитница может завтыкать перед своими воротами, вспоминая про включенный утюг. Вратари рассчитывают на то, что они до сих пор в юбках и ничего не залетит. С
Защитницы так хотят забить гол, что делают это даже в свои ворота. А расстрелять подругу, которая мутит с тренером, это вообще обычное дело. Ну а если ты лучшая в команде, то нужно забивать в каждом матче, даже если это два гола подряд в свои ворота. Ну а когда нужно забивать в пустые ворота, лучше благородно отдать мяч вратарю. А если соперник пришел помочь, то, конечно же, лучший вариант – это его толкнуть и устроить махач. Ну а пас-красавчик на ход сопернику – это классика. А вот если вы хотите реальную красоту, то лучше забить автогол через комбинацию защитниц. Или по классике не попасть по мячу отчаянной вратарше. Ведь не зря девочки носят юбки. Кому как не вратарю их не хватает. Но больше всего страдает, офигевший от всей этой хрени, тренер-мужик. Среди рослых тетенек также не все так просто, ведь драка за единственные кроссовки 45-го размера может быть жестокой. Как вы знаете, настоящие леди всегда ржут со своей соперницы, которая допустила детскую ошибку. Не все девчушки нежные недотроги, есть и такие отчаянные спортики. Иногда и девчушкам удается фантастика, особенно когда они доигрывают до конца, пока соперницы радуются непонятно чему. А в общем-то, временные потоки нашей безграничной жизни очень скоротечны, как и результаты женского спорта. Поэтому умейте наслаждаться минутами радости от просмотра видео, как умеют наслаждаться единственным забитым голом в чужие ворота после 5 забитых самому себе. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик, становитесь спонсором канала и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, какой спорт выбрали вы. Литробол тоже считается. Благодарю за просмотр и настойчивости тренировках.